Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в A New Beginning Final Cut. Новое начинание, типа, и так далее. Собственно, что я тут хочу сказать. В прошлой серии мы познакомились с нашим дорогим пенсионером Бентом, который, ну, нечего ему заняться на пенсии, естественно, и он начал гнать самогон под прикрытием того, что у него там машина, которая убивает жучков-паучков. Естественно, жучков она не убивает, убивает она почему-то птиц. Ну, что не сделаешь ради бутылки самогона, правильно? Ну и тут хоба на себе прилетает некая обезьянка. Вот, вот так вот она выглядит. И начинает что-то нести какую-то муть про то, что она там из будущего. Про то, что она там какая-то клевая, крутая, там все из себя там какую-то... Весь мир рушится, надо что-то спасать. Бент вообще ни хрена не понял, но она начала травить свои байки. Ну, поэтому давайте продолжать. Вот тут вот мы закончили, тут нам нужно собрать темпоральную антенну. Ну, давайте заглянем. А что тут у нас? Система управления, ну, вряд ли нас интересует. Ну, где грузовой отсек, наверное, в этой крышке. Ну, давайте, ладно, систему управления заглянем. Мы использовали куда больше энергии, чем планировали. Надеюсь, на второй прыжок ее хватит. Ну, конечно. Тета-контроль. Есть. Реактор. Есть. Целостность оболочки. Есть. Ну, судя по дымку, правда, не сказать, что он все окей. Не без Найджела. И куда мне прыгать? Да куда угодно. В палеолит. Так, давайте откроем крышечку. Чемодан. Берет. Чемодан с темпоральной антенной. Воу. Теперь нужно лишь найти место, чтобы ее собрать. А инструкция где? Ёшкин. Чтобы выскакивал. О, атомный реактор. Ну-ка. Я не могу открыть реактор через такое короткое время после прыжка. А автоматическая блокировка этого просто не допустит. И это к лучшему. Слишком велика вероятность облучения. Да подумаешь, обезьянам не страшно. Ну-ка, давай проверим. Кажется, блокировка работает. Очень хорошо. Какие-то цилиндры. Давайте повытаскиваем. Уровень зарядки очень низок. Около 15%. Беда. А это? Что, Свенсон? Что такое Свенсон? Свенсон. Хватит меня разыгрывать. Водоросль никогда в жизни не сможет выработать достаточной энергии для такого устройства. Она не только может, но и будет. Все параметры в норме. Ну, давай, я не могу вставить Свенсон. Он жестко закреплен и обеспечивает постоянную подпитку капсулы энергией. О как. А обратно запихнуть не хочешь? Хватит меня. Вот. Все, хватит. Она... Хватит об этом трындеть. Так, ну-ка давай еще один. Вытаскивай. Можно попробовать передать энергию одного элемента другому. Но все равно около 30% заряда не хватает. И чё? Давай передавать. Снаружи все выглядит отлично. Ой, может здесь как-то можно... А, это, наверное, не без Найджела. И куда мне... С Найджелом нужно передавать энергию. Всё, давай, садись, улетаем. Короче, всё на этом зале. Богадельни. Ладно, пойдем местечко найдем, чтобы это... Что за стальная балка? Давайте заберемся. Ух! Вот за что я прозвал обезьянкой. Нормальный человек бы взял просто на своих ногах назад. Не может быть. Пошел. А, на четвереньках карабкаться начал. Весь город уничтожен. Неужели мы действительно настолько ошиблись? Ой, короче, игра зависла. Надеюсь, другим группам повезло больше. Я перезапустил. Надеюсь, такие вылеты не будут частыми. Так, пустая батарея. Я тут из темпоральной этой рации случайно достал, когда лазил по интерфейсу. Ой, интерфейс, о чем я говорю? По инвентарю. Нашел пустую батарею. Так, подождите. 5 сек. Жарко в комнате, трындец, мозги плавятся. Даже дождик сегодня не помог. Это пустая батарея из моей темпорации. Должен быть какой-то способ подзарядить ее. Ну, зарядник нужен. Она пуста. Можно было и раньше об этом подумать.
Ну, ладно, давайте ножом ее расковыряем. Нож у меня всегда с собой. Никогда же не знаешь? Да, мало ли кого прирезать придется. Эй, я хочу зарядить ее, а не сломать. Генерал говорил, что наше снаряжение очень прочное и долговечное. Так давай проверим. Но лучше я не буду испытывать судьбу. Ясно, короче. Тих, давайте хламы посмотрим. Все уничтожено и загрязнено. Здесь уже несколько сотен лет никого не было. Так, а может быть, с ножичком можно? Нет, нет и нет. Сказала она. Так, там что-то руины какие-то. Понятия не имею, как это сделать. Тихо. Как я найти руины? А, плато. Посмотрим. Открытая плоская поверхность, недалеко от капсулы. Вот идеальное место для размещения антенны. Ура, я нашел его. Так, что за руины? Здесь все уже кончено, мы прилетели слишком поздно. Ах, это вот это вот все руины. Ясно. Ладно, давайте тогда чемодан. В этом чемодане хранятся все компоненты темпоральной антенны. Ох, и весело же будет. Обхохочешься. Так, давай на сюда на. Ну что ж, приступим. Ладно, все. Что? Что ты сказал? Так, переходи. Где инструкция? Приемник. Вы что, охренели? Сказали же, что инструкция должна быть. Ладно, хер. Мне кажется, основание антенны можно как-то отогнуть. О, логично, логично. Кольцо, что с кольцом можно сделать? Ничего. Тихо. Ну, так, сама антенка. Т-образная, да. Нет, не подходит. Ну, хер на него. Это хранитель, давай, шуй. Нет, не подходит. Не подходит. Ого, ну можно сюда кинуть. Переходничок ставить. Нет, не подходит. Да ты задрал. Так. А, о, вот эту закрутим, стопудово. Так, теперь сюда предохранительчик. Кабель пока не знаю, куда сувать. Так, это что за ты. Куда я? Давайте попробуем сюда пить. Нет, не подходит. Нет, не подходит. Куда ж? Нет, не подходит. Нет, не подходит. Нет, не подходит. Ну, может, это лишняя запчасть? Давайте тогда эту херню надену. Нет, не подходит. Да ты... О, кабель. Нет, не подходит. Нет, не подходит. Нет, не подходит. Да ты задрал его, трындеть. Нет, не подходит. Нет, не подходит. Ладно, кидаем здесь. Еще один кабель кидаем здесь. Приемничек. Так, тут какие-то кубики. Ой, ё-моё. Но кабелем нужно... Нет, не подходит. Да ты конечно. А может быть эту деталь нужно на приемник посадить? Нет, не подходит. Что за кубики? Я думал, все гораздо проще. Блин, а где эта инструкция, о которой он там говорил? Нет, не подходит. 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 Что тут с этим приемом? Тихо. Только взять можно. Так, я пойду поищу инструкцию, наверное. Что-то какие-то говны.
Ой, сейчас на четвереньках начнет спускаться. Точно! Еще причем задом. Ой, конченый. Открыто. Такая... Я не понимаю. Должна же быть инструкция. Чешется там стоит. Так где? Это система управления. То эти цилиндры добрые, свенсон некий. И все. Тандина. Крышка. Инструкции нет. Ну как можно собрать без инструкции? Уконченное вообще что ли? Может батарейку только можно. Попробую. Что он там говорит? А может быть я смогу зарядить батарею от генератора в правильной камере капсулы сносного генератора. Бред. Мы из расхода. Запихивает назад. Сама. Ну ладно. Не, ну так. Ладно, ребят. Наверное, придется мне в паузу уходить, как всегда. Мучиться с собирательством, потому что затрачу я очень-очень много времени на это дело. Это будет скучно. Потому что штука крышка. Если закрыть, то что будет? Самая большая проблема — найти никто. Ой, вы видели где-нибудь такое? Это ж кому рассказать? Ладно, все, пойду. Пойду я тогда в паузу, буду лазить. Так, а вообще, мы же можем сходить вниз к тому чуваку. Можно спросить. Как дела с антенной? Хреновенько. Может, у него можно спросить про инструкцию? Так, давайте, ладно, Найджел, подойдем. Весь Сан-Франциско уничтожен. Я знаю. Но задание. Мы не сможем его выполнить, если... Я знаю. Похоже, чуваку хреново от того, что он неправильно посчитал время, в которое мы заскопились. Мне очень жаль. Мы что-нибудь придумаем. Но сначала мы должны установить связь с другими группами. А если они померли все? Как что дела с антенной? А я не знаю, как. Я не знаю, как правильно соединять детали антенны. На чемодане должна быть инструкция. А, спасибо. Пойду дальше работать. Короче, ясно. Инструкция, значит, на чемодане. Это, наверное, та информация, которую мы должны были от него получить. И это хорошо. Что ж, давай, собирайся. Опять понаблюдаем за этими чудесами эквилибристики. Жуть просто. Гляди, короче. И присела на корты прямо как этот. Как группничек. А вот это руководство. Так, что у нас тут? Сбоку тут прикрепляется, значит, этот приемничек. Давай. Нет, не подходит. Так почему? Нет, не подходит. Такая... Нет, не подходит. Почему не подходит? Нет, не подходит. Так, ладно. Может быть... Давайте снимем туда. Нет, не подходит. Ладно, поставим сюда. Приемник. Нет, не подходит. Так. Нет, не подходит. Нет, да не, не подходит. Херню тут не неси. Ой, конченая. Тихо, куда сбежала-то? Ой, возвращайся, говорит, зэк. Так, ладно, глянем еще раз руководство. Не, ну приемник реально, блин, крепится вот к этой херени. Почему он не хочет вешаться, я не... Так, ладно. К этой херни у нас крепится и вот это вот. А, слушай. Она должна выдвигаться вообще.
какой угодно укус. Не переключать его нужно. Ничего не происходит. Предохранитель вставить. Так, ну ладно, хорошо, теперь прием. Нет, не подходит. То ты? Нет, не подходит. Нет, не подходит. Ой, какая конченая. Так, ну, тогда это говно ставим сюда. Хорошо. А, как-то их нужно раздвинуть, эти херовины. Почему-то их подключить. О, подожди, тут переходник еще должен быть какой-то. Как мне насадить его переходник? Ну-ка, уезжай. Ой, чудеса вообще. Ну ладно. Теперь переходник надеваем. На себе. Во! Слушай, что это ж получается? Наверное, без переходника не хочет это сделать. Теперь провода цепляем. На себя. И этот кабелюку. Цепляем вот сюда. Нормально. Так, теперь явно это засядет. Нет, сюда. Не подходит. Так а как? Так, о. Теперь осталось только расположить кубики в нужном порядке. Если я не ошибаюсь, нужно просто добиться того, чтобы соседние кубики стояли с одной стороны антенны. А как это понять? Значит, соседние кубики. А. Зеленый. Хорошо. Дальше. Давайте их сначала навешаем сюда. Потом просто будем гадать, как их правильно расположить. Значит, соседние кубики я не понимаю пока что. Ну, перевернемся. Если уже антенну эту долбаную собрали, так. Соседние, говорит, кубики. Ничего не происходит. Соседние, говорит, кубики. Твою мать. Что такое происходит? А что вообще нужно получить? А, я понял. Нам нужно получить вот такую херню. Типа закроем. Так, ясно. Я логики не улавливаю, честно говоря. Говорит, что кубики. Ничего не происходит. Теперь все детали установлены. Теперь все детали установлены. Говорит, главное, чтобы все соседние кубики. Как она там сказала? Теперь все детали установлены. Может быть, по этим как-то нужно монтироваться. Так, 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 так. Здесь пустой. Здесь труп пустой. Ну-ка, давай сюда. Давай сюда пока. Тут какая-то херня появляется. Вообще не вижу никакой логики. А, слушай, так может быть с этим связано. Да-да-да-да. Так, ну-ка.
Вот здесь, вот это вот. Так, это сигнализирует вот это. Ага. Так, хорошо, тогда. Это вот здесь. Вот такая вот херня. Треугольная должна быть здесь. Это вообще правильно. Как бы. Я ни хрена не понимаю, что от меня хотят. Я логики вообще не вижу совершенно. Что-то соседние кубики должны стоять. С одной стороны. Ладно, я в паузу, короче, ухожу. Потому что здесь буду явно долго думать. Это, знаете, оказалось не так-то уж и сложно, потому что... нужно было просто... собрать правильно вот эту вот хреньку, чтобы вот эта вот вся полностью заполнилась, типа. Ну, чтобы они вот, когда вот нажимаешь, вот они на своих местах, каждый вот, кусты все должны быть забиты. И тогда у меня вот этот вот главный переключатель заморгал. Типа, ну вот, все, работает. Готово. Недолго у меня это получилось, в принципе. Ну что, готово. Темпоральную антенку собрали. Что там можно использовать? Для давайте. Этого мне нужна моя темпоральная рация. Так, где наша темпоральная рация? А как? Я вытащила батарею. А, батарейки ж не хватает. Нет. Батарея. Нет. Нет, нет. Ой, да это не-не-не-не, я выходить не хочу. Так, давайте продолжаем. Жами сказал. Так. Вроде бы держится крепко. С другой стороны. Да, тихо ты, я знаю, мы уже смотрели. Давай уже спускайся на. А это все же тут никак капсула это не сгорит. Давайте пойдем чуваку расскажем. Как дела с антенной? Зашибись все. А ты думал? Так. Собрано. Антенна собрана. Что теперь? Нужно синхронизировать темпорацию с антенной. А если питания нет? А ты забыла ее зарядить? А, нет. Это я просто так спрашиваю. Гипотетически. Как ее зарядить? Ну ладно, а что ты ему беспокоит? В чем дело? Что тебя беспокоит? Сан-Франциско уничтожен. И что мне делать? Ликовать? Нам остается надеяться, что мы как можно быстрее свяжемся с другими группами. Как успехи с темпоральной антенной? Да зашибись все. Пойду дальше работать. Пойду дальше работать. Я хотел предложить то же самое. Короче, здесь мы вообще на этой... А ты, главное, сиди здесь. В комнате, отдыхай от себя, ублюдок. Так, ладно. Зарядить мы, походу, можем только здесь. Пихать мы можем только вот сюда. Я могу попытаться зарядить батарею непосредственно от Свенсона. О, вообще-то вот я давай. Этого делать не должна. Свенсон рассчитан на куда более высокие энергии. Ай, да чего уж там. Мне нужна энергия. Как-то это неправильно звучало. Короче, водорослям пришел трындец. Ну, главное, чтобы батарею зарядили, а все остальное ж пофигу. Как-то по-женски все-таки. Ой. Так, давай на балку на эту забирайся. Крапкайся, крапкайся, ползи, ползи. Задницу выставила красную. Давай вперед, хвост подняла. Молодец. Запихиваем. Да, теперь работает. Батарею. Темпорация снова получает энергию. И вот сюда. Посмотрим. Сейчас будет сигнал. Сейчас будет сигнал. А. Алло, центр путешествий во времени? Кто-нибудь? Радистка Фэй на связи. Вы меня слышите? Радистка Фэй, блин, почему не Кэт? Путешественники во времени, слышите? Алло.
Слышим, слышим. Настраивай давай. А, тоже, наверное, эти лекции прогулял. Ну, уж обезьяна, чего хотеть. Быстро, целитель, у нас есть связь. О боже, мы пытаемся связаться уже несколько дней. Генерал, у нас проблема. Сан-Франциско... Алло, алло, соединение плохое, мы можем... Алло, генерал. Короче, говно эти ваши технологии. Фей, фей, темпоральный сдвиг уже слишком силен. Наши временные линии смещаются все сильнее. Сейчас мы попытаемся соединить тебя с другими группами, пока связь не оборвет. Генерал! Я оборвусь. О, нет! 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 Пожалуйста, нет! Зеленый пот, главное, течет. Что-то загрузили там нам. О, чувичка какая-то рыжая там торчит. Давай-ка с ней потрындим. Дина, ты жива? Где остальная группа? У нас серьезные проблемы. Нас разбросало. Боюсь, они... Фей, это ты? О, нам ответь! Бомбами. Подожди, Дина! А чувачок в Париже? Фей, 2050 год, это слишком поздно! Хосоп, боже мой, что у тебя произошло? Мы не можем остановить изменение климата! Мы посреди этого изменения! Как он собрал антенну вот в этой вот ситуации? Как ему прямо в щи прилетело. Ну, блин, на него так, давайте с этим тут Тадж-Махал. Здрасте, эти там, наверное, с восточными красавицами развлекаются. Там джин-джин-джин. Так, это у нас что? Какая-то штука тоже называется. Это в Австралии, по-моему. Как же он там, какой-то театр там или что? Это Китай. Извержение вулкана нахрен. А тут чувак с прострелом. Проиграли. Не. Мы Сидите. Или в проиграли. Какая разница? Отменить миссию. Уходите. Уходите в безопасное место. Короче, сейчас медведи начнут с баянами ходить с водкой. Короче, все умерли. Дина? Дина! Дина, ответь! Да, он там трубку. О, нет. Короче, беда. Беда, товарищи. Вот это вебка. Так, у нас тут еще кто-то открылся. Да что за хрень? Кратер какой-то. Я знаю. А что ты тут под водой разговариваешь? Из-за этого... Вот так выглядываю сбоку. Сади, ты меня еще слышишь? Оставайся на связи, я... Они все мертвы. Все. Ну ладно, пошли тогда. 2050 год, конечно, махнули, блин, что вы тут думали. Я вон кто-то ядерную боеголовочку скинул. Все, пойдем расскажем эти замечательные новости. Что это? Чувачку. Найджел? Задрис? Найджел! Странно. Лучше его поискать. Найджел. А что делать? Надо поискать. Давайте здесь поищем. Что она тут что-то чуть не провалилась. Сделала? Нужно под ноги смотреть. Присела там на корты что-то. Потрясем. Потрясти главное. Бесполезно. Закрыто. Вот тут нам ножик явно пригодится. Надеюсь, получится. Надеюсь, что получится. Неплохо. А что у нас тут? Потрясти, главное. Ну, твердочка. Так, я тут... Нет. Что значит? Это заберу. Хорошее. Идем дальше. Так, здесь ничего больше. Давайте пойдем. Я там розетку увидел. Наверное, ее можно пихнуть. Пихнуть. Так, похоже, выпала возможность присесть. Ну так давай присядем. Но у меня есть задание. Ясно. Нет, ничего там нет. В трещины и щели всегда что-то попадает. Но там ничего не было. А жаль. Ты уверена? Может, ножичком стоит в пару спороть? Я не знаю. Что ты не знаешь? Ну тогда отверткой. Не понимаю. Что ты не понимаешь? Отвертку берешь и всаживаешь. Так, розетка тут не при чем. Фоточки, селфики.
Какой прекрасный пейзаж. Но что он изображает? Эй, это же деревья. Я в жизни еще не видела деревьев. Он как раз хотел сказать, вау, обезьянка никогда деревьев не видела. Значит, удалить. Ну, выберем сначала. Опа. Да, намного лучше. А теперь снимем. Слишком большой. Это единственное, что хоть как-то красит это место. Слишком большой. Ножом нахрен. Подрывай. Не хочу это разрушать. Это единственное, что хоть как-то красит это место. Блин, да, это вообще... Это ничего не даст. Такая, главное, сентиментальная. Не хочу это разрушать. Это един... Все, гудбай. Куда тут чувак сдриснул? Куда-то туда еще можно пойти. Ну, давай. Найджел? Нажрался и лежит. Фэй! Подожди, я бегу к тебе. Куда ты там полез, горе? Ой. И Фэй еще свалилась. Нормально, тут ногу не сломала. Черт возьми. И как мне теперь туда снова забраться? Держись, Найджел! Так, нужно что-то спасать как-то надо, чувака. Так, подевай веревка. Окей. Нет, не рвется. Нейлоновая веревка. Прочная. Значит, нужно ножом порезать. Нож достаточно прочный. Прекрасно. И что теперь? Какой-то древний пружинный механизм снова затянул лестницу наверх. Держись, Найджел. Я что-нибудь придумаю. Я так подозреваю, вообще веревкой нужно эту хрень. Мы сюда зайти можем. Не выйдет. Чё? Слишком высоко. Прыгать. Ладно, давай-ка вели его веревочку. Я могу это покинуть, но держаться не будет. Нужно придумать что-то еще. Перевод, конечно, полное говно. Говорит, я могу это покинуть. О, так а нафига, если здесь лестница есть? Ну-ка. Я слышу только тихий скрип. И шаги? Нет, пока нет. Какие нафиг шаги? Давай-ка. Дверь накрепко заперта. Кроме того, перед ней куча грязи. Ломиться давай. Дверь накрепко заперта. Кроме того, перед ней куча грязи. Дверь совсем не двигается. Отвертка ее. Дверь накрепко заперта. Кроме того... Так, у нас тут еще грязь. Ладно, нахерно. Давайте тогда на это смотрим. Дверь накрепко заперта. Кроме того, перед ней... Я все понял, то же самое будет, я думаю, нет. Заперто, как обычно. Отвертка никак. Дверь накрепко, кроме того... Куча грязи нас, короче, больше всего волнует здесь. Ну, это хоть откроется. Эта дверь висит подозрительно криво. А, сейчас она такая разлетится. Заперта. Как обычно. А, подслушать? За дверью совершенно тихо. А, на лестнице не можем забраться. Но это, однако, ни о чем не говорит. На этой стороне двери то же самое. Ну, тогда начнем. А, нет, это явно не тот инструмент. Рычаг получается слишком маленький. Ножом, что ли? Ну, тогда начнем. А, нет, это явно не тот инструмент. Рычаг получается слишком маленький. Ну, давай попробуем веревку. Фу, не. У меня понемногу кончаются идеи. Уже думаю, а не начать ли мне связывать одни вещи с другими случайным образом? К этому занимаюсь. Не надо его пока укорачивать. Кто знает, для чего он... Да. В общем, беда. Тут в эту дверь положительно идти не хочет. Говно творится, в общем, ребят. Так, что это такое? Железный стержень какой-то. Давай-ка сорвем его. Этот прут не закреплен. Возьму-ка я его с собой. Проще простого. Сейчас мы этим стержнем. Ну тогда начнем. О, заправский взломщик. Вот, это нормально, давайте сходим туда. Так, еще с обоями там. Странно. На стену наклеено много бумаги. Рвем.
Стена под ней выглядит ничуть не лучше. Только не голыми руками. Так у нас же палка есть. Фу. Получается? Я так и знала, что этот пруд мне еще понадобится. Так, ну а здесь, да, ничего нет. Ну, заходим. О, тележка. Нет, только мусор. Ничего полезного. Ясно. О, совочек. Мыло я тоже прихвачу. Бери, пригодится. И веревка есть, мыло есть. Щетку тоже берем. Надеюсь, она не сломается. Все, что есть, берем, хватаем. Стаканы тоже мало ли выпить. О, придется. Нет, это отвратительно. Как с таким же успехом можно зубы кирпичом чистить. Ну что, с стаканами зубы, что ли, чистить собралась? Странная женщина. Так, ладно, все, здесь мы, короче, понабирали. С той стороны тоже намертво закрыто. Ломай. Зачем? Я же уже внутри. Чтоб наружу выбраться, понятно же. Так. Давай осмотрим. Может, грязная тележка, на которой, наверное, перевозили громоздкие предметы. Ну, у нас громоздких предметов нету, поэтому пойдемте назад. Наверное, как-то нужно херануть эту херню. Ну-ка, щеточкой. Метла и в самом деле достаточно длинна. Хорошая идея. О, вот это супер. Ладно, я думаю, на этой замечательной минуте закончим игру. Вот. Надеюсь, что понравилось. Спасибо, что смотрели. С вами был Юра. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.